«Весна в крепости», «На земле отцов», «Раненый партизан». Эти и многие другие произведения вошли в экспозицию выставки «Мы помним». Воспоминания прославленных мастеров искусств, членов Белорусского союза художников, участников войны, свидетелей славы советского народа оставили яркий след в художественной летописи Великой Отечественной войны. На выставке представлены работы современных брестских художников, которые, несмотря на свой возраст, тоже помнят о героизме и патриотизме нашего народа. Время, к сожалению, неумолимо. Настолько быстро летит, и придя в наш выставочный зал, можно соприкоснуться к современникам, те, которые непосредственно люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Конечно, эта выставка, может быть, хотелось, чтобы пришли зрители, соприкоснулись с работами людей, которых уже нет, они ушли. Но память осталась, которая сохранена на полотнах, и она здесь, в этом выставочном зале. Спасибо и молодым художникам, которые откликнулись. Да, они не пережили войну, но тема их волнует. Не буду я повторять фамилии, надо прийти в выставочный зал и посмотреть, и вспомнить, и поклониться памяти всем, которые отстояли победу. Великая Отечественная война оставила незаживающие раны в сердцах белорусского народа. На полотнах представленных картин развернули сюжеты той страшной войны, и каждая из них вызывает бурю чувств и эмоций. Рассматривая произведение, горлу подступает комок, а по коже пробегают мурашки. Выразительная композиция, насыщенная цветовая гамма и яркие образы сильных и мужественных людей помогают прочувствовать события того времени. 57 произведений живописи и графики наполнили выставочный зал сюжетами Великой Отечественной войны. Назвали ее «Мы помним». Почему мы помним? Потому что мы хотим донести зрителю, что мы, художники, мы помним о победе, об этом помним благодаря нашим художникам, которые с нами тут вместе работали, на которых мы, может быть, учились у них где-то искусству. Это все-таки живопись конца 20 века. И, конечно же, их творчество впрямую соприкасалось с этим вот подвигом войны. Эту тему нельзя было обойти. Из-за непростой эпидемической обстановки торжественного открытия выставки «Мы помним» не было. Но мы показали вам работы художников онлайн. А посмотреть на творчество именитых и молодых мастеров кисти вживую можно будет до 24 мая. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.